Депресса не дашь нихуя, это вопрос. Ты уверен, блядь? 20 тысяч. Это миф. Никитос, это миф. Не, да, блядь, ну... Надо проверить. А ты, не, ты знаешь, как сделать? Ты не на самого лича, а вот когда лича убили, появляется сундук, ты одеваешь кольцо, нахуй. Не, не, там надо... Дроп, там... дроп, нет, дроп меняется резко, нахуй. Вот, вот. Пока меняется. Никто не открыл, типа? Да, пока никто не открыл, блядь. Вот так он. Не, мне кажется, так не работает. Да, мне кажется, сработает. Надо проверить. Надо проверить. Так там же его достаточно... Киньте пати АЕКФМ. Ну, резисто там. А к чему еще лут привязан, типа? Ой, он рандомный. Просто КД, наверное, какой-то, типа. Нет, процентное. Юля, там кольцо, короче, за пределы продает. Ну, типа, вроде как миф улучшает вероятность выпадения редких предметов. Легендарных. Блять. Такое. Легендарных, ну а где ты там, блядь? Да нет, как вообще... Там говорил? Просто, помните, блядь... Фифик говорил, нужно тебе просто с пола сдохнуть и все. Насколько это правда, нет? Нет, не правда. Да ты пиздешь. Что ты голду сливал и понял, что лох. Если все бы работало, то это было бы правдой. Ну попробуй, попробуй, Юль. Юль тоже, да, хочет что-то? Она говорит, надо в ЗА взять. А что она там хочет? А что? На ласта. Жиба. Ну, власти, да. Да, где-то. Надо будет тоже себе взять, чтобы усохшая голова выпала. Ну, да, Гер, уже реально да, заебали, да, не падает. Ну, сегодня будет, смотри, вот сегодня вот аж два будет. Да, да, блядь. Два. Вот шо, давай так, вот что ты сделаешь, если два выпадет? Ну? Хуй знает, блядь, сальто сделаю. На камеру, да? Линген танк, да? Нет. Давай так, ты мне 20к голды, если, блядь, если выпадет 2 даггера. У меня всего 20к голды. Ну хорошо, десятку. Мало. Давай. Всё, да. А чё с магом? Суманите меня, пожалуйста. Нихуя там. Автоботай нахуй. Это начало себя поставь, да, пожалуйста. Да не принял, и забор. Автоботы в строй. Ля, я считал, ты заебал этим мемом. Ну нормально, что? Сразу столик поставь. Бля. Ну фильм, но фильм-то пиздатый все равно. Рубином лучше. Да, охуенный. Какой? Юля на боссе. Леха ушел. Я на этих, как они называются? На глыбах, да. На глыбах, да. Все глыбы мои, короче, не бейте никто. Чем пошли, запускаем. Дайте агро набрать. Агро на глыбах? Ну конечно. О, прикольный трансмофиль. Так, а ты-то есть, ебать, в рейде, нахуй? Понятно, ебать. К сожалению, нет. Пидорас. Просто дотки нет, нахуй. Притяжка. Беги, малышка, беги! Чего, блять? Сразу быстро вставай. Валение надо, валение. Быстро вставай, отбегай. Встал я. Подвинься. О. Блять. Нормально. Ебать. Боюсь бить, ну. В крайней левую подбейте немного. А ты не бойся. Блять, вы че? Баба. Вы делаете, конечно. О, бичи разбили. А, отлично. Че вторую разбьют? У вас, если чё, парни, самая левая глыба стоит вообще... Катрисия, ну, резко в Иванию, стелси, вставай. Чё там самый левый нормальный? Бабку, каску, пристабаф раздали, блядь. Следите за глыбами, до 50 добили и стопай. Там еще дотки есть. По себе, Клодин, каску, плюс.
Падка, это хорошо. Ну. Тяжко готовимся. Беги, малышка, беги! Льви. Ебать, меня элементаль попиздил, блядь. Ты куда что вы делаете, блядь? Ебать, ебать вы фрики, блядь. Не, Бэтфлок сбежал. Ух, голосу скажите, мне бушки, рубушки, ребят. Че вообще это? Стопнули. По правой стопните, ёбан. Звезду разбивать сразу. Друг, ты нурит Мудфокса Риса. Баф. Тяжко готовимся. Беги, малышка, беги! Фаза 1%. Стаки, скидываем стаки в ноль. И те, и те. Фаза пошла. Метка 2 секунды. Первую звезду. Секунд 7 даем, чтобы рейд весь скинул. Маг звезду. Засчитуйте. Стоим, пока не разбиваем. Пока скидываем стаки. Скидываем. Все, разбивайте. И очень сильно так освобожден, куда-нибудь хлопать и вроде. Эту не бьем. Будет притяжка. Сейчас притяжка. Аккуратненько, сейчас притяжка будет. Если будет метка рядом, стопните ставить. По глыбе, стопните. Мораль вперед. Мораль вперед. Рядышком. Рядом. Ладно, сейчас убьет его. А нет, не убил, нормально. Все, две вот эти разбиваем. Хорошо, что прожался. Босс убьем. Следующую звезду сразу разбиваем. Только секунду. Отошли. 7. Отошли билики. Стали сейчас все за нее скинули стаки. Стаки скидываем. Быстро бьете. Ну, успели вроде. Не успели. Следующий туда же. Транквила выноси. Захилить его на фул. на фул. Бля, один гран не уроните. Ну, но я. Меня, короче, надо пощупать начал. Мидарк на хп, да. Мидарк на хп, да. Разбиваем. Я подхиливать буду так. Следующий. Рарник выноси. Стойте, не бейте, будет притяжка походу на этой. После притяжки разбиваем. Следующую звезду опять. Леха, выноси. Звезду рядышком милики. Ставь. Отойдите, милики. Ушли милики. Съебались. Все, скидываем. Разбили быстро. 7 секунд скидываем. Не торопитесь. Все, разбиваем. Следующую также. Лингрен. 5-5, ничего страшного. Ушли. Юля, прожми. Так, разбиваем. Разбили быстро.
Стрель дал ей на всякий случай. Угу. Уходи. Седжу. Давайте Геру, все остальные в сторону добиваем. У, по боссу. Мурлоко, в сторону. Притяжка. Ой. Поближе к боссу подбегите, чтобы отбежать от притяжки, если что. Массовые гимны там на хп готовьте. Отбегаем. Добиваем. Бим там на хп. Вархель, в сторону. Эх, не прохили. Я ложный плюс кошель. Сейчас меня хлопнет нахуй. Сейчас всех хлопнет. Клык Синдри? Да, я так и знал, что будет Синдри. Ой, сука, блядь, да, дайте шамановскую вот, выкинуть. О, да ну нахер. Хрустальная сущность Синдрагоса. Я обратно на рогу? Я даже не знаю, что там на лече получше Москве будет. Даю. Мак или рог? Осколок. Пусть, наверное, в магии будет. Магия будь будет на магии. А может это больше. Да, и блин, кануться больше можно. Больше бьет. И всю хуйню там. Че, Леха, бери. Кого? Лучок. Танка? Угу. Да, здесь и отдадут, так отдадут. Я не то. А-а-а. Не гонюсь за ним. Он видал, он воет и башит, но. Ну, сегодня, да. В ударе, блядь. Разошелся. Решил подслить ГПшечку, нахуй. Решил приорчик подслить, нахуй. Думает, за... все за нидю. И знак тоже, ебаный бастон. Все началось правильно, все началось с РС-ки. А че с РС-ки-то? Ну, он же себе ГП накидал. Мне похуй, я одеваю кольцо, а-а-а, блядь. ДПС же в жопу будет. Из одного кольца? Угу. Mm-mm. Вот теперь вот. Нихуя не изменится. Убирай кольца. Давай, давай, Роман. Можете 1-2 минуты это, поссать, сходить, курнуть. Я 27к на сурке дал с петушком, блять, вместо трени. Ты о чем говоришь? Ладно, я петушком? Я принял. Ну вот это боевой цепляк гномов. Я забыл, блять, поменять на прошлом этом сурке. Петушок одну, на две минуты можете курнуть, я говорю еще раз. Петушок на палочке. О, классная тема, кстати, была. Да. Иначе дешево будет по 10, по 15, блядь, что-то такая хуйня. Короче, блядь, копейки соли. Ой, копейки, копейки, да. Сейчас заходишь, блядь, 150, 160... А еще купили пакетик, это еще 3 рубля. Я такой, бля. Думал, что Алфир заплакал. Влад, не плачь. Плачь. Сдашься ты ебаную математику. Сдашься этот ебаный motion дизайн, блять. Тома, 3 часа я уже на лече. Вау. Ебать, это ачивка нахуй. 3 часа я на лече, ачивка. Да долго. Знаешь, что самое долго будет? Мой горячий пукан. Хули, ты же решил, блядь, за танка побить ребро. Ну, вообще должен был душ собирать. Придется теперь 10 опыта. Давай, Лингрен, побьешь в ретрике, там побыстрее вальки будут разбиваться. Чего, с вами в десятку гер пойдешь? Не знаю. Че там? Ой, а мы убьем. Ой, а мы пойдем в десятку гер этого убивать великана? Да. Да, я-то на паладин зайду. Там еще 9. Я там на пал зайду. То есть мне, блин, чел сказал, блядь, мы великана уйдем убивать только после того. Это за себя, Ванька. О, блядь. Да Войт говорит, надо 10 обычку идти. Целка. Войт, 10 обычку? Душ давить. Душ, да. О, плащ. Бафните каску под руидом.
Да что такое-то? Ты что там, блядь? Каски там нету, блядь, натуре. Кузева сыра въебал, что сидишь, ргаешь. Кузева сыра, блядь. Я икаю. Я сейчас пью этот лимонад, малина, шиповник, мята. Сюрстреминг пробовал? Какой? Сука. ДК, блядь, уберите свою косу ебучую, я не могу рыбу прокликать. Козу? Какую козу там? Косу. А, косу. И с козой ебется. Да, я видел, Рарвик, это, блядь, этот ебаный бах, нахуй. Ну, Мурлокос 8 кликов по рыбе. Наполовину в тонкошмоте бил. Ты про что? Да, блядь, багается вот эта хуйня со сменой, блядь, этой. Ну, экипировка. Ты ювелир? Ювелир? Да, да, да. Ну, вот с этим и багается. Два, и, ну, я знаю. Нажимай пару раз. Ну, она все оденется. Ну. Два раза если, нажал. Все. Если ты раз нажал, конечно, она не оденется. Потом второй раз нажимаешь, уже все одевается. Так, что там, во сколько хилов будете бить? Подожди. А можно навара пригону здесь? А, ну давай в 5, 2Т5 все-таки. Релокнуть. Какой вар, блядь? Кто хилить-то будет? Блин, блядь, там 2Т5, вот Транквилос, у тебя шаман топовых пау. Маг за рогу пошел, ему шмотки нужны. Я хочу, блин, раз, героинский. Какие шмотки ты заберешь? Топор, арбалет. А, они никому больше не нужны? Никому, Мне надо. По идее, нет. Баров нет. Зов, он берет Invisible. Скорее всего, Invisible. Ну, зов Invisible, ну там арбалет, типа никому не нужен. Блять, мне пиздец, надо. Я в ахуе, ну, просто вы решаете. Надо. Если он еще упадет. Теренас, конечно, никому не нужна, да? Я в ахуе, удали пизду его. Этот, Рога, ты, ну, ты в самом низу попер, ну, я хуй знаю. Где Глора упадет, не ссыте. Я на туре, блять. Ну, Глору на транс всегда. Я Глору на транс заберу, заебали. Шкаф. Я на месте. Шкаф. О, хукмастер. Кого берем? Давай хукмастера нахуй. Ой, давай ты вместо меня тогда. Ой. Да, я видел. В смысле, ты курнул там или что, я не понимаю. Да я, да что не лечаю? Варом не пускают на синдру, блядь, чит забирают, блядь, на варом не пускают. Не было щита, что-то. Арбалет, блядь, не дают, щит не дают, волю, блядь, не дают даже. Волю с лопычки забрали, да, блядь? Да, это бичам, которые ливают спустя пару дней. Это запусти лича. Там Матфош могл поменяться с Рогой. ЛК 10 оп, блядь, не дают, блядь, пройти на пул, блядь. Кричат, блядь, РТ. А, уроги, слышишь, подожди, ты не запускал, проходка есть вообще? Не знаю. А что, уроги, кажется, нету. Нет у него проходки. Ну, давай, Мэтт Фокс, тогда почилишь. Плюсуй давай. Могу, я тоже почилюсь. Так, я вам так он почилюсь. Там, да, что-то, Рога? Тоже ладно, он 6 кадов. Может, и номер, конечно. По крайней мере, на пол будет. Но он мертвый лежал там. А. Не, он нормально, 1016 дает. А, ну нормально тогда. Тут надо на тухлопузе смотреть. Ну он тактики знает. 16, ну. Тогда норм. Но у него пока мутик похуево собран, расы нет и все такое. Этим занимаемся. Вы со своей расы, блин, уже устали, реально. Че, кто на лече будет? Так, вопрос для справки. Кто диспелит эту чуму? Ты? Нет. Ты сам вызвался. Я холик, я не могу диспелить. Ну, ты диспелишь. Транквилла щиты кидает. Блять, когда я щиты кидал, блядь, я еще диспелил. Нормально, ну, спасибо. Да, 2Т5 не было. Запускай. Короче, понял, Гашан, покупаешь 2Т5 нахуй, и у тебя привилегии как у Илюхи будет. Ой, блядь, запустили чаху или дринк, прием, блядь. А, ёпта. Ебать, конечно, по голове, блядь. Да и похуй на Геру на эту. Он как минуту запускает. Сейчас 30 секунд, блядь, сейчас он быстро будет. Блядь, кто диспель не сразу с обрыва, блядь, моментально. Да, наверное, Юль.
Давай в ДД быстро. Ты что ли танчить, Миш? Подожди. Там Лёха и ты в танке, ёпта. Я ему говорил в ДД спекаться. Ты мне сказал в ДД спекаться? Сиди в танке, сиди в танке уже. Ну я Юля не знаю, спекнулся. Смотрите, лич скоро запустится, там 30 секунд. Да, Юля пускай она уже... Юля уже спекнулась. Ну смотрите. А чё это ты в танке захотел? Что, блядь, плачешь нахуй? Ну, потому что, блядь, ну на сове там пиздец с такими лагами, хуй чё сделаешь. А, ну понял. Блядь, сразу так-то говорю, я, блядь, одну кнопку нажимаю, вожу босса. Брыва. Здесь поле только мордаун-то стрелять. Мордаун-то ты не лагаешь, что-то тебя телепортит у меня? А, я не лагаю. Это мы же Геру сложимаем, да? Да. Я так этот... Справа-лево прыгаю. Пробегаем. Хуя дымак, блядь. Да. Где? Я понял. Я понял, блядь. Есть хлопа улететь. Побегаем. Урлоко срезай мордаунта. Та-та-та. Есть остальное. Убегаем. Мотлокос, убегай. Ой, по себе убегай. По себе. Я тебя понял. Миддарк. Вы что, дебилы нахуй? Че, кто диспелит так? Я посмотрю потом нахуй. Это ты так диспелишь? Нет, это один раз диспелил. Да, потом смотрим. На следующей ловушке и чума будет. Смотрите, чтобы диспелили чуму. И за стол побегаем. Убегаем. Сам себя здесь диспелишь. Диспель. Диспель, диспель, да. Нихуя себе, ты чё? Ближний бой, король лич. Катрися, иди резай его. Он в центре лежит. Что, мы Оман забыли, что такое или что? Так там не был. Ну не знаю, значит там, да. Пробегаем. Дайте лапку, каску пристабов. Ну да. Жить там что? Что тут дело? Да ну нахуй. Тихо, для меньше пиздежа. Дайте спустя. Пробегаем. Бейте. Бейте фул. Да, все видят, как я лагаю или нет? Ну, не знаю. Смотрите, за столбом пока не стоим. Сейчас будет ловушка секунду и чума две. Пробегаем. Лично краем побежал. Чума есть, нет? Вред, не убей. Нет, нету. Чего нет, нету. А этот дамаг с дизня даем, шарка еще. Не, ну заберите. На центр повернул духа. Шаркаря бьем. РДД. Я могу подвести его просто. Не, не надо, стой. Убьют нормально. Это в спину мне, смотрите, чтобы шары не залетели. Шары бьем. Шары, шары. Пиздец, вот что за хуйня? Не знаю. Без напула все пизда? Что-то ограду хуя был. У тебя. Почему? Я, блядь, два удара сделал по новому духу. Очень сильный. Переход на 2 секунды. Кольцо угро что ли дает, блядь? Подъебало не бежать. Подъебало не бежать. Сферу не. Подъебало не бежать. А ты блядь, ведешь. Так вы подъебало не бежать. Что ли, блядь, прыгайте вниз. Он же вам сказал, подъебало не бежать, чё вы подъебало бежите, ну. Кто там еще был? Крест заюзать? Кто еще был?
вторая пати кто был еще? И первая кто был? А почему я не могу гизнуть крест? Покинуть тело не могу. С первой пати кто-то сдыхал, а то уже все сдухли. Не было там мастера под морду, бля. Он сказал 4 раза. Подъебало не бежать. Ну так если под мордой тебя не было, ты как умер тогда? Но. Кто это, бля, пиздит, нахуй? Ты офицер, да, нахуй? Его и тихо, его лишь убил вообще. Ну, я типа кидал, потому что там люди упали, я не заметил, кто еще в первой, второй пати упал. Ну, типа, хотите молчите, хотите говорить, я хуй знает. Получится, у кого-то есть ГП, у кого-то нет. Ну, я упал. Ну, типа я под лицо зашел. Мидарк. Кто-кто? А я начислил? Типа? Мидарк. Так, так это да, наверное, дали я уже. Да, начислил. Да, начислил. Я не понимаю, что не видно медведя, куда он стоит, туда дух смотрит. Почему вы бежите? Войт решил проверить рейд. Я просто не понимаю, нахуя, ну, что в голове должно быть, чтобы бежать? Это как на Халёне подъебло бежать, это пиздец, что это в голове такое? Бидон пришел. Стелси проходка есть? Может ее поменять? Да нет. Слава, нет, нет. Слава там. Ну, пусть остается. От падения. Че? Вот проходку сдох. У канцелятора смерть от падения, он не сдох на сфере. Как называется эта хуйня, визг души? Если да, то да. Я могу сказать. Че? Ну. Но канцелятор там есть. Визг души. Бидон, наверное, можешь уйти. Да, визг души. Уцелеть. Скажи просто, кто от визга души сдох. Окей, говорю весь список. Войд, но это ладно. Типа канцелятор, эвилаш, рарник, мораль, миддарк, да. Друид, инвалид. Так, подожди, еще раз. Вот я накинул канцелятор, айгот, хукмастер. Сейчас смотри. Вот мы в детейлзе показывают, что мир падения, все. Больше по нему урон не заходило. Так, рарнику я дал. Мораль. Вот мораль надо. Друид инвалиду дал. Запускай. Визг души это... Дух? Да, это вроде урон, но кил. Это же не килл. Это не килл, да. Мораль пишет, там что он спрыгнул. От... Ну, я говорю, там по-другому кто пишется килл, да, вот тут. Или что-то такое, хуй знает. Тогда это надо смотреть вообще в полученном уроне, там и вот это все там, и чего по итогу. Хотя хреново, дух вреди был. Ну, неудобно было, знаю, да, нахуй... чуть-чуть. Ну... Дух, дух в центре. Это означает что? Это надо бежать справа и слева. Вы побежали прямо в ебло духа. Или за спиной. Наверное, танк, прямо к лечу. Танк невидимый, дух невидимый, я понял. Там наклон, блядь, щели и так далее. Ну, да, короче, танк бич. В сторону, блядь, да? А не бежать так... под ебало тоже не вариант, да? Это, наверное, 800 тысяч IQ надо, блядь. Да. Пуги рейд соберут, вы туда придете, там другая тактика, и сразу вы поймете. Пиздец. Поэтому я пойду гелийский рейд с пугами. Ну, я про это и говорил, блядь. Нет, я не пойду, только в одной причине, потому что у меня это... Да, будет. БР, блять, на фазе с ловушками. Три штуки или два, да, не знаю. Питон, выноси. Морлок, выноси. Морлок. Похуй, блять, я сам морда. Ебались отсюда меня все. Я не знаю, как вот так выносит. Люди не отслеживают этот дебаф. 3 секунды, я буду диспелить. 4. Диспелишь на последней секунде. На последней секунде я подъебу кого-нибудь. Смотри. Люди просто его не выносят. Сифия, вноси. Секунду, это прям надо пинг, чтобы охуенная была реакция. У людей реакция 1.5 секунды, это вообще хорошо считается. Плюс пинг 1.5. Плюс, не знаю, что еще.
сколько у ДК это уешка? 37 на 7. Дистанция. Блять, просто. Какая именно уешка? Да я хуй знает, просто у меня стоит моб, хуякс и побежал к вам, но. А дистанция, блядь, 20 метров минимум. Может какие доты уже висели на этом? Может ебанул. Сука улетел. Ваша тело. Релаш. Блин, прохитили сейчас. Зломаныч носи. Блядь, ну Гош, ты чего? Потому что за колонной ты был, вот и все. Ой, ладно, я крестом стану потом. Хорошо. О, еще. Рарник там улетел. Прыгайте вниз. Пошли. Лёха, у тебя же есть дисплей на панели? Ты про кого? У меня? Да, про тебя. Не, про Ингера. Ну да, у меня всегда на кнопку забит. Пиздец. Короче, по дисплеишь, там если такие вот моменты будут, то он за колонну, просто Диман за колонну убежал, я считаю, что его не... Да, там стакнулось уебищно, на меня дали чуму, и вы побежали, и, видимо, он да. убежал. Ну, я говорю, за колонну просто оказался, я даже не достал Виталий. Да. Так-то не видно. У кого-то? Не видно, да, где танк, где куда идет, где рейд стоит, как бежать челику. Это, наверное, информация причем... закрытая, блядь. Там, понимаешь, если бы он бы побежал бы... На меня кинулась чума, и сразу рейд начал бежать. Мне как, вместе с рейдом бежать, потом за колонну заходить? Тебе вообще ничего не надо. Тебе надо выйти с рейда, и чтобы Мардаун тебя видел. А Мардаун... Надо поддерживать зрительный контакт с тобой. Он выбежал, неважно куда, и ты должен сдиспелить. А ты стоял за колонной и смотрел, как он забегает за колонну. Вот все. Так я-то побежал в другую сторону от колонны, просто не достал, и все. Понятно, нахуй дальше так бегайте. Притон Ластра. О, нихуя бичей сколько лежит. Подбирай, не хочу. Да. Хорошая идея. Рыба стоит, спускай. Сейчас, манорис. Пока он идти будет, рыбу поешь. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться... Мардаун, что не поел? Папа? Что не поел ты мне? Потому что не поел. Я понял, прервал, видимо. Да и Серёжка залезал. Серёжка важнее еды. Притон, а есть у тебя там этот кровавый союз? А, вот он. Что-то не висит на мне кровавый союз. Или так и должно быть. Да будет так! Герои! В атаку! О, вот вроде есть. 3, 2, 1. Thank you.
Да ебать. Хоть дринк наноси. Масловушка сейчас. Блин, хуй лохуй. За стол пойдем после ловушки. Че, масловушка сейчас будет? Под плащ верну. Лечу, вернитесь поближе. Тут сильно близко. Бежали. И все под плащ. Так, чума, секунду, ловушка 3. Убираем. Перед столбом. Перед столбом пока стим. Куда вы, блин? Под плащ все ставь. После ловушки за стол. Где чумы? Похуй. Шаркаривались. Центр. Паза. Шаркаря, да можем? Эма налет Авелания. Там чему нету, что ли? Нет. Кто, блядь, перетаунчивает? Понял. Не таунчил. Кто-то ретаунтил, ушел кря, меня шаркар ебнул. Я крестом стану фазы. У тебя есть крест? Да, да, да. Блядь, Мардаун, что с тобой за хуйня нахуй? Меня рассказывают 30 тысяч шаквейв от шаркаря. Все. А нахуй ты под еблом стоишь? Я не под ебом стоял, я стою, там где шалфи, этот медак сейчас стоит. Шалфира. Дрю, ты инвалид, будешь резать мордаун, то до фазы закончится. По сферам играем. Под еблом у гневных не стоим. Сферу залейте ледяную, две летят. Дрю, ты инвалид, иннер в транпилу, быстро. Сферу. Заражение, не встань, захильте его быстрее, ну. Да. Сейчас заражение. Вставай. В спину леча. В сторону портала будет лететь, как вы стоите. ДПС. Бафы, ну а типа вставшим. Фул ОЕ даем. Ардре, вот который отдельно летит, сфокусирует, и милики вот эти заклеивают. Все, добили, кружок помогли, скрыли, вышли. Все, черепка вышли. Вышли. Выйдите с черепка. Хули вы в нем стоите, блять. Вы что, дураки нахуй? Выйдите быстрее, блять. Совсем не видно нихуя. Пиздец, лужа, блять. На эту сторону полностью перешли. Пиздец, нахуй. Сука. На рейнджер ДД уже встали. Милики вышли уже прям сейчас. Съебались с круга с этого центрального. Черепок сначала смотрим, потом валик бьем. Черепок отошли, валик бьем. По кружку дал стан, фул по кружку помогли. И треугольник, блядь, замедлить и стан. Треугольник и танк. Быстрее треугольник разбейте. А кто в ромбике? Сейчас узнаем. Патрисио. Вышли оскорнения. Мурлокос. Катрисио резали. Оскорнения вышли. Оскорнения вышли, сука, с этой лужи. Вот, отлично. Да я вытащил его.
Мурлокоска трясем. Вставай, где ты там? Фул за хил. Дамажим. Баф, не. Пиздец, лаги нахуй. Валик бьем. РДД, кружок. Милики что, одна там или что? Кто в треугольнике? И он вообще не поставился. А ладно. А Скорнение вышли с центра. Вышли от черепка, отошли. Плечо обратно сбегаемся. Захиливаем. На ту сторону летим, где Луковский портал, по-моему. Одну дотку повешали и разбежались из подвала. Не, не разбежались. Рейлов что-то нахуй стало. Вышли с... от меня, отошли на мне склонение. Ну быстрее по вальке, блядь. Треугольник все, блядь, быстро. Вот. Станы даем. Все нормально. Пятая волна будет и вальки, и осквернение. Там осквернение чуть раньше, и потом быстро к лечу сбегаемся. Смотрим сначала черепок, где также встаем. РДД на полукруг, милики по команде в сторону глыбы выбегаете. Милики выбежали. Черепок, смотрим, все нормально, лечу, теперь сбежались быстро обратно. Быстро унесет нахуй. Все, фулл ДПС. ДПС по валькам и переводим. 2%. ДПСим эти все три вальки и все, и лечам переводим. Лича к краю, да? Лича на край, все на край. Корней нету, секунду. Сейчас переведется. А с корней. Не успел, сбился каст, нормально. На край идем. Бегим на хпм. Монолит сдал. Наверное, ставь уже звездочку на себя. Поставь ты, блядь, я не могу сейчас. Тыкаю на этого. Сфера. Сфера не пускайте, сейчас в 2 раза больше, чем на первый переход. Дайте Эндра по Варанхеле, пожалуйста. У меня КД пока. И там Крилл один. Ману, резайте там. Отвись от этого. Тотем поставили, а гимна никто не дает. Не сговаривайте. Там гимна. Что ставить, блядь, постоянно без хотя бы вещей нибудь. Так, третьего духа добиваем быстрее. Сейчас четвертый появится, особо в него не разгоняйтесь. Так, под ебало не забегаем. Сферки. Сферы разбейте. Все, фул защитовываемся. Сферу. Че с лечом? Кто забрал его? Кто его забрал сейчас? А. Я. Я думал, сорвали, блядь. На портал сбегаемся. На портал. Дохиливаемся быстрее на фул. Налево идем. На медведя. Быстрее на фул поднимитесь, рейд, алло. Как Транквилла сдох, нахуй. Он здесь сдох? Хз. Так, когда выйдем, Катриси Транквиллу резаешь. Ну и Инер, соответственно, ему. За угол заходим, стоим в углу, бомба спереди. А если он в комнате умер, надо бабл прожить. Сейчас хлопнет. Проходим, стеночки вот тут стоим. Проходим дальше, прибегаем. За угол заходим. Будешь резать, смотри там. За угол заходим. Секунда выход. От сверения не отошли, черепка. Резай Транквилла. Стоем в глыбе, ждем. Давай, отдай сюда. Блять, отдай. Бабли прожал, думаю, на всякий. Он не в сети, так он большой, я резнул, и он пропал в сети. Хорошо, вылетим, все понятно. Этот хилим, сколько у нас там, 4 хила хилим. Сейчас ДСшник не нужен уже. Две цели всего надо прохилить. До скорее не разбежались. Черепок, отошли от черепка. Салви
Короче, после комнаты, после следующей Геру дадите. Угу. Сейчас уже надо. Сейчас будет этот. После каста духов через 3 секунды вон будет комната сейчас. 10 метров отведу. Комнату. После этой комнаты Гера, да? Да. Да. На портал. Идем на портал. Сразу налево. Фу, захиливаемся. Давайте хилы захилить. Помогать хилам тоже. Здесь стоим. Бомба впереди, аккуратно. Здесь стоим. Я флешкой там помогаю. Мы проходим. Да, помогайте. Я маленький. Свои силы нажимаете. Бомба. Хлопал. Стоим здесь, стоим назад. Сука, вы видите бомбу назад, или вы слепые совсем, блядь? Отошел. Пробежали. Пробегаем. Вперед. За угол. И эту пробегаем тоже. Вперед. Далеко бежим. И эту тоже пробегаем. Впереди бомба. Куда? Пробегаем. Да, сейчас уходим. Осквернение разбежали. На портал бежим. Блять, опасно было очень. Да, я там сейв дал. Пиздец просто. Че, идите быстрее. Прошу. Это, хлопаем, хилим этого. Кому дать? Лингрена. Я, если что, жопой встречу пару духов. Вот че вот это за хуйня? Вы от стелси нельзя зайти, что ли, за спину лича или что? Заломанность, блять, в чем проблема? Вставалки там, есть. У тебя и на БР у тебя слава так. Оскорнение разбежались. Оскорнение. Стелси, вставай быстрее, отбегай, отбегай, вставай и бегай. Ну быстрее, вставай и беги. За звездой бежим. Лингрен, сейчас это будешь его почти бой. За лича там. Спрячьтесь, нахуй. Я алло. Меня спрохиливайте. Спрятались. Ёбана лагает. Дай крылья войду. Ебать. Блин, я предлагал передать. Так, 4 БР в КД. На портал. Будете это скрыли. Люди валит через 15 секунд. Захитили. На портал тереет. Тихо. Дайте что-нибудь. Вообще вахуя. Звезду бежим. Хиль тереть на фул, блять. Здесь стоим. Бомбы две спереди. Вы что видите звезду, сука, есть? Или нет, нахуй? Куда вы ломитесь? Костя, там... бабл есть? Крылья не отдавать. Я давал на... передать. У кого бабл сейчас есть? Духов. Рарник, бабл на выходе. Отбежала от осквернения, бабл и таунт наличие. Какой таунт, блять? Нахуя? Нет, духов, блять, взорвать. Духов надо. Духов. Так стелси же в комнате умерла. Нет. Ой, блять, успокойтесь, нахуй. Вот, да. Он уменьшился уже. Духов нету пока. У меня тучка 5 секунд, когда у меня дует, это есть крылья, если что, могу дать. Давай под тучкой лучше. Ванька. Хорошо, Ваня. Я славлю под тучку парочку. Сейчас там, это, призрёк. Я тебе крылья дам, короче, и ты все лопай тогда подними. Он их еще даже не призвал. Смотрите, оскорбление может быть перед духами. 2 секунды сбежались. Оскорбление. Черепка отошли. Отошли от черепка. Ну все, дай добивайте его в ноль. Добивайте. Он решил не призывать. Он уже смирился с судьбой, да? Да, блядь. Скорости нет. У кого? Влияет. И капа меткости нету. 6% нет, меткости. Все. Это у кого? Ну ты можешь просто джагли мазать. Вообще, чтобы лужа как бы дамажила, и скорость надо в Т4 сейчас, и ап надо, ну, силу атаки. Потому что... И меткость. Ну да. Мне там дайте. Что... Меткостью ты можешь просто джагать, типа промазать, если тебе не докап. А мне? Алло. Кого? Или точно, или ты... Кукмастер Синтек так-то тоже спекался, ебать, вообще подряд. Синтеку, Катрисе, Холидринку. И в Лесевилане спекался. И Мордаун спекался. Я вообще был шапок, как в гильдии. Ебать вы охуевшие просто, я не знаю, блядь. А у тебя только один спек, так что гуляй давай. А у меня шапэй. Я мейн шапэй, я в хила спекался, что? Я вообще мейн хил, бля, пацаны. Ой. Чем ты кажешь? Ой, там не ЕПХ. Фокса хоть дай что-нибудь.
Мне кажется, вы сейчас его так заебете, что он подменяет нахуй всю эту хуйню за спеки вот это вот. Тебе дали, что ты. ОГП даст всем. Ну сейчас за... Мне опять реконнект. Не открывайте этот... Кому дать? Дисконнект не открывайте. Мне ЕП-ху дай. Я спекал. Что, Ваджайну? Тихо-тихо, не открывай сундук. Не открывайте. Там были только... Никитос, слышь, надевай кольцо. Да не открывай. Да я с ним весь этот бой был. Хорош. Ну, получается, сейчас этот дагер будет. Я в один ряд выпадет, это чай арбалет будет. Кто-то открыл, блядь. Блядь, сказал же, не открывай. Да ну нахуй. Перенаска, сюда, блядь. Клятва хранитель. Да ну нахуй. Так, а где мой арбалет, нахуй? Дайте теренасочку, пожалуйста. А где, блядь? Второй мой. Раз уже такая хрень. Вчера, блядь, сегодня, но... Да ну нахуй. Хорош, Катрин. Да, ну-ка, сейчас посмотрим, блядь. Дайте тяжелки осталось. Тяжелый нас. Короче, я на лича больше не хожу, нахуй. Ладно, тебе повезло. И на профа больше не хочешь? Да, блядь, смысл, если он, блядь, я его убил, нахуй. У меня сейчас просто, как и вчера, блядь, коннектно. А-а-а, блядь, открыли раньше, чем ты зашел, я понял. Надо на Сирус написать этим админам пидорам. Я коня даже могу за... хочу за ГП. Дайте ГП, но дайте коня. Я понял. Дайте ГП, но дайте коня. Сейчас вот сам решит. Кто получит. Не справедливо. Кому же? Весь был. А сколько КП конь? Справедливо. Справедливо. Ладно, всем до завтра. Пока. Ай, пока. Сколько ГП стоит конь? Не сколько, он бесплатный, но я готов был за ГП забрать. Да, можно было за... Когда приора коня... нету, нахуй, ноль приора такой, блядь. Да, я, блядь, готов, блядь, блядь, вообще, готов вообще. Принять в дар коня и не кричать свою хуйню в микрофон. Так коня да. Можно и это самое, и того, и этого. Конимба. Лёха, ты уже ускакал? Чё, ты такой дисгер пойдем вообще или нет? Или завтра? Давайте на 4 будем. Я стала. Мне тухлый нужен. Тухлый и вялый. Завтра бы сходил, сегодня уже. Ну, вчера так же говорили. Это, ты начислил, да? Не, я же завтра да, подмену. Да, уже начислил, все. А ты когда пришел, Хукмастер, я не помню.